Где купить хороший подарок, куда сходить на обед и где не стоит заказывать очки? Своим мнением о магазинах и сфере услуг охотно делитесь вы, наши телезрители и читатели сайта Нур24. Очередная подборка полезных советов из народа в рубрике «Отзывы». В целом неплохо. Есть два зала для курящих и некурящих. Кухня разнообразная, кормят хорошо. В целом отличное обслуживание. В прошлом году брали подарки для преподавателей техникума. Очень понравилось обслуживание, клиенты и сувениры. Но это для тех, кто любит стиль, роскошь и сдержанность. При покупке оправы стекла не ставят. Продавец сказала, что на купленную у них оправу стекла можно ставить Ямал-оптики. Но там взяли за работу дороже, так как оправа куплена не у них. Сын надел очки два раза. На оправе лопнула пружинка на дужке. При обращении сказали, гарантии нет у них. Также ремонта тоже нет. Оправа плохого качества и нет ни гарантии, ни ремонта. Не советую. Сеть магазинов «Спортмастер» на слуху, как говорится. За спортивной обувью, спортодеждой, термобельем только туда. К качеству никаких претензий. Обслуживание хорошие, продавцы-консультанты ненавязчивые. Но если видят, что нужна консультация, обязательно подойдут, помогут найти нужный размер. Кофе – вкусные десерты объедения, а еще прекрасные бариста, которые поднимают настроение с утра. Вы большие молодцы! Странно, что не увидела отзывов про детские сады. Видимо, буду первой. В сентябре впервые повели ребенка в детский сад «Радуга» по путевке. Думаю, уже прошло достаточно времени, чтобы сложилось первое впечатление. Воспитатели и персонал большие молодцы. Каждому ребенку стараются найти свой подход. В садике есть игровая для малышей и бассейн для детей постарше. В остальном все по стандарту.